Ну, первый период был для нас очень сложный. Атлант хорошо атаковал. У команды соперника были хорошие моменты. Очень хорошо, что мы первый период сыграли в обороне очень неплохо, да, и Володя Сахацкий в сложных моментах помог. Во втором периоде удалось перехватить инициативу, забить хорошие голы. И третий период, в общем-то, мы играли уже на сохранение результата. Хотелось бы отметить игру Сахацкого, который играл в своем первый матч полный, да, и, в общем-то, хочу отметить работу всей команды на результат. Получилось две совершенно разные игры, вчерашняя и сегодняшняя. По началу сегодняшней игры была возможность и забить, было и большинство, были и моменты, не использовали это. И в дальнейшем и настрой, и самоотдача игроков, к сожалению, было не на высшем уровне, поэтому и игра в меньшинстве, сыграли плохо, пропустили вот голы как раз, решающие голы. И пошли удаления от того, что не успевали. Возможно, сказал, что вторая игра подряд, и проблемы с защитниками у нас их немного. Большая нагрузка легла на них, где-то стали не успевать. Вот. Наверное, в принципе, все. Проходит сейчас молодежный чемпионат мира, и можно поздравить команду «Салават Юлаев», представитель которой основной вратарь Василевский вместе с командой «Россия» одержал победу 11-0 над Норвегией. Вот как его отъезд сложился ли он? Ну да, у нас ребята уехали, и Слепышев, и Василевский. Единственное, жалко, что Василевский у нас постарел сразу. Из молодого игрока лимитчика превратился в пенсионера за один день, да? Я считаю, что если вратарь играет первым вратарем в команде, да, то на него, наверное, все-таки должен распространяться лимит. Как на молодого игрока, да? Потому что мы, в общем-то, на него рассчитываем, давали играть. А так, в общем-то, хорошо, что это наши представители нашего клуба, да, они участвуют в молодежном чемпионате мира. И я хотел пожелать молодежной команде и нашим ребятам, чтобы мы в этом году смогли выиграть золотые медали. Алексей, как вы считаете, справедливо, что вот ваша команда подвержена двум таким испытаниям? Сначала в Праге и Братиславе, Back Games, так, и сегодня. А некоторые клубы вообще... Но справедливо, несправедливо, мы воспринимаем как должное. Это есть, и мы подстраиваемся под это. Основной голкипер Галимов получил травму вчера и выйдет с первых минут Борисов. Правда ли это? Там травма незначительная, которая поначалу не мешала ему играть. Чемпионат.ком – один из ведущих спортивных интернет-порталов страны. Эксклюзивные видео и фотогалереи, новости, интервью, результаты матчей. Нет времени объяснять. Заходи на чемпионат.ком.